Здравствуйте, друзья! Садовый экспресс, мы на даче. И если у вас после копки колодца остались кольца достаточно большого диаметра, 1-1,20 м, то не спешите выносить их с участка, а можно сделать вот такое архитектурно-дизайнерское решение. Это кольца обложить природным камнем, заполнить плодородным почвы и посадить многолетний кустарник. Перед вами многолетняя гортензия метельчатая. Она растет вот в этих таких своеобразных тумбах уже 5-й год и прекрасно себя чувствует. Почва плодородная. Когда поливаем, вода не уходит ни куда-то по краям, не утекает, а остается вся в тумбе. И сверху для мульчирования щепа хвойная. И можно на неделю хватает хорошенечко полить и оставить эти цветы. Разные метельчатые гортензии, крупные, мелкие. Ну, вот такое решение. Можно эти кольца использовать так. Вот такая находочка. Я думаю, это не очень сложно. И если вам понравилось, вы можете ее использовать для того, чтобы изменить архитектуру своего участка и внести какой-то определенный шарм. Спасибо. До новых встреч.